Греция теряет до 50 тысяч туристов в сутки. По мнению экспертов, если тенденция сохранится, от этого сильно пострадает и рынок труда Греции, поскольку сфера туризма для греческого ВВП довольно значима. Из-за массовых невыплат по счетам возможны проблемы с поставкой продуктов в местные рестораны. Владельцы магазинов в туристическом Анастираки Сквер в Афинах бьют тревогу. В свете последних событий число посетителей заметно сократилось. Местные предприниматели боятся разорения. К сожалению, в последнее время число туристов упало. Это напоминает мертвый сезон в январе. На улицах нет людей, у соседей тоже торговля не идет. Владельцы отелей говорят, что туристы уже отменяют бронирование. Кажется, этот сезон будет очень бедным. До 6 июля в Греции действуют ограничения на снятие наличных в банкоматах до 60 евро в день. Лимит распространяется только на держателей карт банков Греции. Владельцев карт иностранных банков эти меры не коснутся, обещали власти. Однако некоторые туристы жалуются, что испытывают проблемы с обналичиванием средств. По словам местных бизнесменов, как бы власти ни старались сохранить удобство для приезжих, кризис в стране отпугивает клиентов. Не успел сезон начаться, как закрылись банки. Из-за этого все меньше туристов едут в Грецию. Они сомневаются. До последнего момента Греция обеспечивала львиную долю своего бюджета за счет туристического потока. В 2013 году Грецию посетили 25 миллионов отдыхающих. На долю туристической отрасли приходится 17% ВВП страны. При этом для многих греческих островов туризм – основной источник доходов. А для иностранцев вопрос, ехать или не ехать отдыхать в Грецию, остается открытым. И ответ на него ожидается после референдума 5 июля. Асем Хасенкызы, Диана Алишева, 24 KZ.